Доброго вам дня, сэр. Я Ги Лапуант, сюрете дю Квебек. О, вы пришли по поводу паука? Я звонил в полицию 2 дня назад, потому что у меня в горшке сидит огромный паук. В вашем горшке? В сортире. Понятно. Значит, у вас в туалете завелось какое-то страшное насекомое. Да, большой коричневый паук-отшельник. Да, его называют кусачим пауком. Вот, тварь, я позвонил в полицию, и девушка-оператор сказала: мы пришлем к вам кого-нибудь на днях. Да.